Я Никита, все сделаю задним числом и в устной форме. Я. А почему стиле на меня кинулась? Не знаю. Дамаж, хули, бля. Тащи. На мне это хуйня. Да, бля. Где курс? Волшебник, где курс? Надо было там огурчики поставить, блядь. У меня до сих пор. Где курс? Это Ренджу, блядь. Ренджу набрали, никто никуда не сбегается. Стоите, ждете метки. Рейд прохиливайте. Первая, вторая упала. Ждите третью и прячемся. Спрятались. Рейд прохиливаем. Ты тут, Саня? Не надо мне бэйрить. Оставьте. Не, просто к тому, что этот... Не захил лишь? Ну там да, я что-то долго на ОКП стоял и глыба рядом. Вообще с хилом херово все. Так, Грудя, я не понял, работай нахуй. Я тут заебался уже от этой хуйни бегать. Да я сам охуевший. Ёбнутая какая. Давай, гимн сдаю, тотем ставь. Давай, поставил. Все, Ренджу, 10 там, правильно? Хильте все, кто может. Третья упала? А вот она. Да-да-да, вот, она упала. Прячь сейчас. Антовку дымите. Ну, да, прохильте. Стоим. Хильтить все. Все, разрежу, набрали. Что-то зависло все нахуй. О, нормально. Нормально. Не, хуёво. Босс так сделать. Не, она обычно пролагивает чуть-чуть и все. Тут что прям зависло нахуй. Беги. Новый патч. Кошку прыгни там, не знаю. Роман, ты может выйдешь? А разливайте эту хуйню, только не под других игроков, блядь. Под стенку выбежали, бегайте под стенку. Ренджу 10 набрали. Рендж набрали? Раз. Два. Три заметки. Гимн на ману нужен? Да, да. Алис просто. Мелизон усыпется на кого-то. Разливайте, Войт там или кто? На Войт уже разлил.
Уже сдох. Может, походу это на меня, я ухожу. На меня, походу, блядь. Арчи. У, сука. Блядь, да отъебись нахуй от меня, блядь. Да ладно, Арчи, это, блядь. Ты понимаешь, это трону с первого дрожа. Это, и вот нужна эта триня, это мой НСПДНХ или нет? О, колечко, вот это надо, блин. Хатумано, хорошо. Колечко вообще порядочное, прям. Так сразу, ханты петов на пассив, разрисывайте людей, сами там вставайте как хотите, похуй. Рамос должен быть. Не знаю, короче, как Тринтенхом играл, нужна эта Тринка Энху. На СПДш на этот спек. Да хуй его знает. Не знаю, такую хуйню никогда не занимался. Ну нет. Ладно. Я просто вообще, в принципе, не знаю, на кого она нужна. АП и прок. Я ханту. Вообще, под большим вопросом половина шмота секс-раваса. Кабо он нахуй нужен, блядь. Ну типа того, ну. А кто в курсе, куда Сашка пропал? Шаман. Вы об этом Сашке говорите уже месяц. Никто не знает. Пропал и пропал. Он один раз на РТ был. Хуё, блядь, один раз. С нами, блядь, 2.5 месяца ходил. Нихуя себе один раз на РТ был, блядь. Значит, я позже пришел просто. У него энх был, когда мы все, блядь, бегали 202-203, он уже, блядь, 210-м бегал. Он там вообще ебать заряженный. Поначалу очень крепко, блядь, давал ДПС. Да и потом тоже. Ну типа да, там нападали вещи, как бы, и все. Ну просто всего достиг, наверное. Он с нами 2 месяца точно бегал, блядь. А что это тут такая за делегация с пэтами вообще? Ставьте всех петов на пассив. Все ханты, ДК, там вся остальная хуйня. Hello. Что там стоят? Не знаю, это какой-то прикол, блядь, они все тут. Это у тебя так рисуют, тут они стоят. Волки. Не только у него. Кушайте рыбу. Все волки прям возле рыбки стоят. Ну да. Заходите потихоньку все за линию. Все, подожди, не беги, куда ты побежал, срез? Да чё, какая разница, только в круг надо наступить и все. Можете хоть кель в жопу сувать. А, Саша кушает рыбу. Бафы дайте по магу, я не вижу на нем ни стамина, ни хуя. Ну, смотрите. Обычно мы как это делали? За подъюбку забежали и все, и поэтому проблема решена. Так, проверяем, короче, теорию про хау, блядь, и питомца. Я кикнул нахуй с гильдии, блядь, за такие темы. Поехали. У меня времени нету, блядь, заниматься хуйней. Заходите. Входим в круг. Петов на пассив поставили, стоим тут. Метку буду кидать на мова, которого бьем. Крестик. На бабу. Ориентируйтесь по кресту. Ты что за пет бегает? Поставь пета на пассив, нахуй, говорю. Смекалка дрочит, нахуй. Я сейчас страйда нахуй кикну. Я помню, как он там это развлекался. Толстого играем, сейчас у баба он пошла. Крест на нее поставил. РДД, бейте крест.
крест поставил. Крестик на вабе стоит, играем. Ты засанся, нахуй, всю поле засали. Крестик стоит, но мы обыграем. Крестик стоит, новая вышла. С противоположной стороны. Новая вышла баба. Ну неплохо этот дагер такой. Тык-тык-тык-тык-тык накидывает по 500 с этого, с флеймтонга. Баба летит. Слева от босса. Играем все РДД быстро ее. Заливаем ее, а потом, которая с входа летит, ее. Пацаны, толпой ее. С входа летит быстро, РДД залили. Все, ренжу набрали, бабу залили. Стали половина миликов под левую ногу, половина под правую. Бабу, быстрее доигрываем. Все на пулы, сейчас в столовку отдаем. Поделитесь пополам, слева под ногу и справа, не по центру вар, слева и справа. Выйди, шаман, выйди с этого кружка. Смотрите, на мой зонами, это сразу в смерть, это ваншот. Все, все встали, Геру погнали? Да. Давай. Вышли. Не сбивает. Соловка, на тебе, проснись. Сейчас, если бы не сказал, ты сдох. Да. Что, тебе там не видно? Я не отрицаю. Вышел хан. Косты сбиваем все, роги, хан. Не 4. Было коста, я смотрел. Некоторые тут не сбиваются. Контроль раздали. Понимаю. С мелизоны вышли. Зумар, забери бот. Столовку. Столовку БР. Столовку БР быстро. Кайчу, кайчу, кайчу. Быстрее забери, Дима. Забафали столовку резко. Каска, лапа, пристаба, вся хуйня. Хильте, хильте, миликов. На ману есть. Дайте инер по груди. Вышел, вышел. Вышла. Выйди, выйди, выйди. Контроль.
шипните там, ферните. Дайте СС по столовке, Локи. Сейчас контроль закончится. Вышел шаман. СС по столовке дали? Дали. Дайте БР по присту. Нечаянно сразу лапку дал, пристабав, завезли. Конь вышел оттуда. Мобы вышли, зумар собирай. Ханты дали на пул мобов в зумара. Вышел хант. Еще мобы выходят. Тут два штуки. На пульте всех этих мобов на зумар. Контроль раздали. Не убивайте его. Поднимайте рейд, прохильте. Шаман, встань. Дали бафы по шаману. Хулипал, идет, если что, сакра есть? Конечно. Будет, если грустно. Вышел, смекалка. Если грустно, все будет, не жалей сакру дай. Нинеры есть в груди? У обоих инеры на КД через 15 секунд будет уничтожено. Контроль раздали? У обоих грудей. Вышел ШП, 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 проснись. 28к дал. Блок. Давай массакру. С баблом. Мили. Вышли в милизоне. Там у вас зумер. Да все, убили. Хорош. Два топора, нихуя. Два себе, топора. Азина. Два топора, щит. Нормальный лут. Кстати. Не могу бой. Бой почему-то. Слушайте. Бой. Чисто ханты сейчас это в топоры один. Фурику два таких ебануть нахуй, блядь. 3.40. Да зачем? Зачем могильный, пусть он силовой ищет. В ульде есть нормальные пушки, блять, уже силовые, блять, они нахуй им уже не нужны. Так когда не было ульды, было классно все. А Фурику изначально, в принципе, лучше на силу все, что угодно. Потому что у него процент от силы идет, как и у Ретрика. Один разик сбил, за хуя, блять. Показывает сбивание только того, кто первый сбил. Я как бы тыкал на каждый каст. Типа, кто, у кого раньше сработало, тот того и покажет в этом. Все, шмотки раздал, сейчас ЕП дам. Портал дадите? Портал, да. Блять, у меня же в этом нахуй. Сука, я ренегат, ёбаный ренегат.